Так, это все подключу. Добрый вечер, дорогие друзья. И не прошло и больше месяца после релиза нового PO 133 Street Fighter от компании Teenage Engineering, как наконец-таки эта посылка до меня дошла. Ну что ж, сегодня посмотрим, как все это работает. Есть ли какие-то отличия между KO 33, послушаем, как звучат сэмплы, ну и сделаем какой-нибудь трек. Как только пришла ко мне посылка, разумеется, я ее открыл, но сам покет я еще не трогал, поэтому вместе с вами мы это все дело откроем. Ну вот, а что ребята положили внутрь, так это такую наклейку. Здесь такая записка, видите, «Хадокен!» «Хадокен!» Это, собственно, легендарная фраза бойца из игры Street Fighter. Кто играл на Денди на Сеге, конечно же, ее знают. Кстати, еще помню, даже на автоматах вот мы рубились в лагере. Я в детстве отдыхал, когда мелкий был. Там за копеечку можно было поиграть. И вот здесь вот, что ребята на английском, собственно, написали. Не буду читать по-английски, вас травмировать. Но смысл такой, что что-то новенькое внутри до того, как это появится в магазинах. Надеюсь, тебе понравится. Твои друзья из Teenage Engineering. И несколько хэштегов, которые можно оставлять под постами там в Инстаграме или где-то еще. В общем, приятно. Ну и сам покет, вот он как выглядит. Видите, Street Fighter PO 133. Это перевыпуск легендарного уже, на мой взгляд, покета 33-го KO. Тут ничего нового не добавили, ни времени там, памяти, ничего, кроме вот сэмплов из игры, которые мы сейчас с вами послушаем. Он сделан совместно с компанией Capcom. Если я не ошибаюсь, то это производитель игры Street Fighter. Кстати, если вы не хотите портить упаковку и не отрывать вот эту полосу, то можно вот с другой стороны пройтись ножом макетным и срезать клей и ее аккуратненько открыть. Подсмотрел этот способ на стриме Teenage Engineering, об этом рассказывал Тобиас, вроде как они это делают на воркшопах всяких, чтобы вот не портить упаковку и использовать ее несколько раз. Но это для тех, кому важно сохранить целостность упаковки, может кто будет коллекционировать или еще что-то, вот вам такой секрет. Ну а мы коллекционировать это не будем, поэтому по стариночке будем отрывать. Поехали. А, хорошо отходит. Ну что ж. Ух, такой он свеженький, классный, не то что мои вот потертые уже. Ну хотя, тут просто пыли много, так-то вроде он ничего еще. Вот здесь, видите, Street Fighter, Hadoken, все дела. Ой, класс. Кто не в курсе, как это все работает, рекомендую обязательно почитать. И на сайте у них полная инструкция с картинками, все понятно. И здесь вот небольшие рекомендации, как вот с первого раза можно что-то уже начать делать. О, вот тут у них что-то новенькое, видите, коллект. Имбов. Собери их вместе. ПО 128 и 133. 128 это оригинальный 28, просто перевыпущен тоже совместно с Капкомом по игре Mega Man. Ну а 133 это тот же самый 33 КИО, просто Street Fighter. И вот здесь галочка, что у нас собственно Street Fighter. А то мы не поняли. На обратной стороне на печатной плате тоже есть небольшие подсказки, что как работает. Здесь также лого. Ну и давайте вставим батарейки. Конечно же, чтобы покет лучше всего работал, нужно использовать батарейки от IKEA, что мы, собственно, и сделаем. А, пленочка. Красота. Давайте подключим в линию, чтобы звук был покачественней. Класс! Слушайте, здоровские звуки. Давайте все паттерны прослушаем сейчас. Это класс. По-моему, очень зажигательно. Все время нравились эти оригинальные сэмплы, которые внутри покета вшиты. По дефолту. Очень здорово они там все придумывают. Не знаю, к сожалению, кто этим занимается в компании. Может, тот же самый Тобиас. В общем,
респект за это все. Теперь послушаем встроенные звуки, которые есть внутри. И драм-секция. Тихонько как-то. А, волум. Japan, China, Brazil, fight, you win, you lose. А, все. Здорово, что здесь под каждый звук какая-то своя картинка меняющаяся. В общем, интерфейс сделан, как будто ты играешь. Видите, здесь линии жизни сверху, сами бойцы, вот они дерутся. Хочу посмотреть, как будет выглядеть трим звука. Да, здорово, видите, теперь индикация среза паттерна сверху, а не снизу, как в прошлой версии. Попробую что-нибудь написать сейчас. Затру вот этот паттерн, нужно выбрать паттерн, который хочешь стереть, зашать рек паттерн, и все, мы его очистили. Вот тут пусто. Начну с драмок. Получилось. Сейчас соединю покеты в цепочку, чтобы немножко разнообразить. Вот такая импровизация получилась. Конечно, сэмплов внутри Street Fighter маловато и разгуляться особо не из чего, но что получилось, то получилось. В будущем закачаю туда свои сэмплы и попробую уже что-то придумать более осмысленное. Но для первого такого взгляда считаю предостаточно. Подытожим. У Teenage уже были такие эксперименты с перевыпусками старых покетов с новым дизайном, такие как вот Рик и Морти на основе 35-го спикера, Гостли с музыкантом на основе 33-го, видите, теперь добавился Street Fighter, тоже на основе 33-го, и еще Mega Man 128 на основе 28-го покета. Считаю это совершенно нормальным перевыпуск таких старых покетов, чтобы там привлечь новую аудиторию, любителей игры Street Fighter, да и инфоповод тоже не лишний для компании, ну а решать уже вам. Нужен вам этот покет, не нужен? Не знаю, сэмплы, которые сейчас внутри, я все равно потом затру, но вот такое обновление для сетапа считаю очень даже удачное. Ну, конечно же, логотип Street Fighter на покет теперь будет меня отбрасывать просто далеко-далеко в детство, в эти 90-е, 2000-е года, когда мы играли во все эти 8 и 16 бит игры, так что для меня это приятные воспоминания обо всем этом. Ну, а если вы думали обновить свой сетап или сделать прикольный подарок на Новый год, то я вам рекомендую заглянуть в описание, потому что там вас будет ждать очень приятный бонус. А я еще, пожалуй, поиграю на этом покете, посмотрю, что можно будет выжать из этих сэмплов, и обычно свои удавшиеся эксперименты я публикую в Instagram. Так что заходите, подписывайтесь. Музыкального вам настроения, всего самого доброго и до скорых встреч!